сватница. Они приходят, сватают без жениха. Когда невеста согласна, тогда уже приглашают жениха и садятся за стол, угощают и назначают день свадьбы. Ага, сватать приходят, а что там приговаривают, приговорочки? Ну, приходят, когда сватать, ну, мы как, кто как, по-разному, кто как может. Что, раньше, не... раньше-то они все знали, что ну вот у нас хоть есть голубь у вас, голубка, вот мы, значит, хочем их соединить. Вот, вот потом вот они начинают, значит, свататься. А когда уже невеста-то согласна, тогда только жениха пригласят. А до этого жених не приходит. А потом уже жених придет, направляет на стол, начинает, угощаются они и назначают день свадьбы. Потом, насколько там они откладывают в это время, девка уже девичник собирает, вот как сейчас, это примерно бы собирались девушки, они ей начинают приданое готовить. Кто вышивает, кто шьют ей там все. Тогда же магазинов это не было такого, все было, все свое, все не приготовляют. А потом уже это, чай пьют, все угощается, и все, пока невеста замуж не выходит, все время девки ходят, все время вот это все ей готовят. А потом уже, когда какой день свадьбы, девки идут к жениху, берут веник, наряжают его лентами, топят баню и идут с этим веником к жениху. Жених должен дать мыло душистого, вина хорошего. Они тогда приходят, ведут невесту в баню, расплетают косу, моют невесту в бане этим мылом, а этим вином брызгают на каменку, чтобы запах был хороший. Вымоют и поют песни тоже там. Вот эти вот песни, которые сейчас... А вот песни это там... Это у невесты за столом поют. А это мы пели, это у невесты за столом. Когда приходят из бани, невесту одевают уже... Молодец. Садят за стол невесту, садится сватать пришли. Да, подружка садится рядом с невестой, и девки начинают петь. Девки поют, а невеста плачет. Это не так, как сейчас. И тогда невеста плакала. Уже, и вот и начинается вот эта песня, что разлюбезные мои подруженьки, берегите мою молодость. Она при... Это уже невеста причитает. И собираются люди, девчата, женщины, все поют. Когда приезжает жених, дружка заходит, его за стол сразу не пускают, так что выкупают. Сперва у девок выкупят, девки за столом. Девкам дают там вина, угощение какое, девки освобождают место. Девки ушли. Тогда начинает дружка выкупать косу. Когда косу выкупили, тогда только жених садится за стол. А уже этих угощают всех, кто тут есть, девки уже уходят. Девки тогда бегут к жениху. Когда к жениху подъезжают, у жениха стреляют. У невесты заваливают ворота. Когда жених приедет, заваливает ворот. Это раньше так было. Жениху приезжают, у жениха стоят, стреляют. Это с ружей? Да, с ружей стреляют. Если им не будут подавать, а если им подадут, они не будут еще стрелять. Если им не будут подавать, они будут стрелять. Вот я знаю, как Аркаша этот женился. Им не подали, они зашли в избу, как выстрелили в потолок, а было обоями, обои все упали. За то, что их не угостили. Вот это у жениха. А девки тоже прибегают к жениху, тут уже поют для жениха песни. Здесь уже тоже девок угощают. А потом девки уже уходят. И с невестой нет девушки. И тут уже как сваха постельная приводит. Вперед, что невеста привозят постель к жениху, койку. Наряжают, и сваха сидит, караулит, чтобы никто не подходил к этой постели, ничего не сделал для молодых.
тогда уже никаких девок на свадьбе нету. Все, гуляет только взрослые, потому что там уже... Да, взрослые, кто приглашены, а девушки на свадьбе не гуляют. Ни парни, ни девушки. Ну, тогда уже всякую сармшину собирают, там поют всякое чувство. Раньше уже было ведь это грех. На утро встают, в этом, когда это, переночевали, приходит сваха, как, которая за невестой сваха. Приходят они, поднимают молодых, проверяют, какая девка, хорошая ли, плохая ли. Потом садятся за стол, если девушка, значит, хорошая, а жених уже благодарит тещу. А как проверяли-то? Ну как проверять? Ну, господи. Посмотрят, какая простынь, чистая или нет. Если чистая, значит девушка. А вот вывешивали ее или нет? А ее не вывешивали, только они ее посмотрят, какая она. А вывешивать никуда не вывешивали, только смотрели. А еще и была тут свекровка моя, рассказывала, что раньше всяко навораживали, навораживали так, что, чтобы у них ничего первую ночь не получилось. Раньше были такие колдуны. Вот она говорит, что дружка, если хороший, он этого не допустит. И говорит, жениху наказывает, если у тебя ничего не получается, кидай валенок в дверь, чтобы стукнуло. Я тогда уже буду знать, что у жениха ничего не получилось. Вот раньше всяко было. Свекровка же моя говорит, что поехали в Покровку венчаться. Ехали, остановились все. И вот кто был, все задрали подолы, и конское говно собирают подол. Это уже кто-то наделал. А дружка тогда уже тут сделает свое, как он наговор этот знает. Все опять начинают нормальные. Вот это раньше было такое. Это сейчас безо всякого якого. А тогда останавливают, едут, останавливают дорогой, ставят стол, угощают. Не угостили, что-нибудь им наделают. Чтобы у них какая-нибудь была причина и случилась со свадьбой. Угу. Такие раньше свадьбы были. Это не так, как сейчас. Ну, так раньше, интересно. Раньше-то все было серьезно. Не слыхала-то я молодежь. А если еще так. Если жених примерно, ну другой жених может жену не выдать, а другой может выдать, сейчас, ага, он пробивает в рюмочке дно, дырочку делают, наливают водки, тещу поздравлять. Благодарю тебя, значит, за хорошую дочку, что ты ее сохранила. Поднимает, отсюда вино течет, значит. Теща уже догадывается, какая у ней дочка, это уже тогда позор. Ну, это было уже редко, потому что он... другой, может быть, не хочет жену опозорить, а другой это делает. Вот такое было. Это рассказывали наши. Ранешние свадьбы такие, а сейчас же, кто хочет так интересно молодых принимать, какие они есть. Конечно. Так вот так сейчас и восстанавливать надо. Останавливать, когда... Раньше же сватали так, не то вот, поедем вот за это сватать. Ну? Выбирали проблемы. Раньше еще, по да. Породе. Может быть, я не хочу за его идти, а родителям надо, отдадут и все. Да еще и жених выбирает, какое у нее поколение, а невеста тоже выбирает, какое у него поколение, за кого попало, не дать. Вон он. Ванюшка не мой был, а Марию отдали, она бедная, он богатая, совсем не разговаривала, отдали. Прожила весь век. И как за камерой всем. И все? Не ругал, не бил. Раньше было, может быть, те... эти Маруси и Подольниковой, мать. Бывает, что дружат, а бывает и не дружат, совсем приехали и высватали, и все, и девка его не знает, и он ее не знает, а вот родителям понравилось, а давай, ну, все, да, давай посватимся. Давай вот, слухала-то я, молодежь. Опять будем писать. Ну, попишите, что. А вот эту песню-то спойте вот сейчас, которую пели первую. Вот ее и пели, не слыхала, молодец. Вот она, да? Ну, давайте, давайте. Ну, начинайте. Ну, вот которую первую-то пели, хорошо. Первую там, вот эту. Не слыхала, да я. Ты первый раз так у баба Клани, ты баба-то Клани, как тоненьким голоском, так олевший. Да не слышу.
колоколотая. Опять не поет у нас. А вы... Ой, зеленью пушеника, да как боярыть она на дворе. Эхали, да молодые так нам да приугря. Я забегала до замата, а Лася, да я из горницы, да я могу урницу, да я за белую, да за зара. И теремон, да разлучил-то меня да, с родом пли. Именем, да разлучил-то меня с родимой ма. Аноника, да разлучил-то меня Димутя, отчинника, да сажу честный мимо и подруг уженьки. Ну и ладно, и с подругами разлучил. Ну вот с подругами. Это вот она села за стол, и как же не приезжает, она уже, это уже, это невеста плачет и приговаривает вот эти все песни. Это при плаче невесты, да? Да, это при плаче невесты. При плаче поют, невесты поют ей, и, вот и она плачет. Вторую начинали. Недолгой ночику на древочке висеть, а на древочке висеть, да недолго, а на тышке в одевушках сидеть, да в одевушках сидеть, да недолго, и воровне в одевьей красоте. Дай в одевьей красоте, да с гордостью, тятенька, дай не выдавай, а и дай не выдавай, да тебя, тебя, тятенька, зятец подарил, а и зятец подарил, да. Кем он подарил-то? Как-то подожди, конем ли? Я вот забыла. Хочешь, что вы забыли, Валера? Дай тебя, тятенька, зятец подарил, милый зятец подарил, да мамонька моя, да все. Я тоже. Мам, сгордись, опять сгордись, сгордись, мамонька, дай не выдавай, ай, дай не выдавай, да чем же тебя, мамонька, зятец подарил, милый зятец подарил, да
Господи, братец мой, дай не выдавай, ай, дай не выдавай, да чем же тебя сестрой отец подарил, милый зятец подарил, дорожка моя, да все неправы, да твоя, да не истинная, да скажи, скажи, Аннушка, кто из роду мил, кто из племени хорош, да мило мне, Милюшенька, добрый молодец, и добрый молодец, да всегда мне, Милюшенька, Ванюшка родной. Все, да? Много пропустили. И еще? Пропустили, да, что-то? Ну, пропустили. А примерно что пропустили, да? Ну, мил там не Милёши нет. Ага. Это надо было этот... Ну, ничего. Теперь тут все понятно. Не Милёши нет, добрый молодец. Николай там... Все рассказала. Отпели песенки, выкупили у невесты. Невесту выкупили у девок, у брата или у сестры. После жених забирает. И угостили жениха, и поехали все к жениху. Когда к жениху заходят, у жениха поют свои песни. И девушки там уже. Они поют уже. Русы и кудри за стол пошли. Вот давай эту песню. Я не знаю ее, забыла. Начинай, может быть, она помнит. Только не записывай пока. Русы и кудри за стол пошли. За стол пошли, русую косу за собою повели, за собой повели, русая коса да красна девица душа, а красавица душа да свет ее да. Ивановна, да Ивановна. Ну, дальше. Солод перстень с рученьки спадывает, да и спадывает, Ванечка канечки припадывает. Заприпадывай, да скажи, скажи, Аннушка, кто из роду мил, да из племени хорош, мил там не Милёшенька, тятенька родной, да и тятенька родной, да. Аннушка моя, да все неправы, да твоя, да не истинная, да золот в песке с рученьки спадывает, да и спадывает, да Ванечка конечки припадывает. Да припадывай, да скажи, скажи, Аннушка, кто из роду мил, кто из племени хорош, да мил, да мне, Лёшенька, мамонька родна, а и мамонька родна, да Аннушка моя, да всё правая, да твоя, да не истинная, золот перстень с рученьки спадывает, да и спадывает, Ванечка канушки припадывает, да припадывает, да скажет.
скажи, Анушка, кто из роду мил, из племени хорош, да мил там не милюшине, братец дорогой, ай, братец дорогой, Анушка твоя, да все неправда твоя, да не истинная, мил там не милюшинек, добрый молодец, и добрый молодец, да святого Иванушка Александрович. Вот и все. Мы, дорогие, это вы мои подруженьки, да сберегите вы мою девью молодость, да сберегите вы мою девью красоту, ну, вот да сберегите вы мою русу косоньку, сидит ревет, плачет и вот такое. Это я помню, ага, Наталья еще дальше за Михаила Благина выходила тогда, и вот это она... Дальше что еще говорила? А еще что говорила? Ну вот это вот только она и говорила, что подруженьки как... Дорогие вы мои подруженьки. Что приехал мой, ко мне, да разлучитель мой. Разлучил он меня с родом, с племенем. Вот, а вы, любезные мои подруженьки, берегите вы мою девью молодость, берегите вы мою девью красоту, берегите вы мою русу косоньку. Что-то от его, значит, сама сидит воет и не хочет замуж уходить, а сама поди радёхонька скорее. Что забрали, поди скорее.